Печальная весть. На 55-м году ушел из жизни депутат 5-го и 6-го созывов Народного собрания, заместитель председателя Комитета по экономической политике и предпринимательству Хасан Сулпагаров. Об активном общественнике и меценате, неравнодушном к чаяниям народа, в материале Мурата Джанкезова. Все, кто знал Хасана Сулпагарова, отмечали его особенное качество – выкладываться на 100% без остатка. Именно это свойство характера позволяло ему добиваться поставленных целей. Неоценим его вклад в возрождение племенного коневодства. На базе своего фермерского хозяйства он создал Центр восстановления лошадей карачаевской породы. Был организатором многих конных выставок и состязаний. Это было дело, которым он горел. Карачаевская лошадь практически не болеет, мало кушает, много работает, очень выносливый. Никакие болезни их практически не берут. Поэтому люди тоже начинают понимать, что ездить на лошади с хорошим ходом, с быстрым шагом, с мягкой спиной, с крепкими суставами, с копытным рогом, как камень, ездить намного комфортнее. Хасана Сулпагарова я знаю где-то лет 15-17. Я лично считал и считаю, что он один из ярких личностей Карачаева, Черкесии. Как вы сказали, один из достойных сыновей народа Карачаева, Черкесии. Он как коллега-парламентарий, да и вообще как человек, занимал очень активную позицию в жизни во всех направлениях. Как депутат был очень активный, никогда равнодушно не был к тем людям, которые вокруг него в своем селе, в районе и так далее. В Народном собрании Карачаева-Черкесии Хасан Сулпагаров работал в двух комитетах, где его опыт, знания и неформальное отношение к делу очень ценились. Хасан Кылычбеевич был известен как активный общественник и меценат. В трудное время пандемии он оказал поддержку многим землякам, обращавшимся к нему за помощью. Как представитель социально ориентированного предпринимательства, он помогал социальным и медицинским учреждениям, ковидным госпиталям, детям, старикам. Это человек с большим кругозором и настолько грамотный, настолько умный, насколько он еще порядочный. Человек, который имел большую душу, красивое сердце и был добр ко многим, ко многим. Человек, когда делает добро людям, это всегда запоминается. Ну, Хасан Сулпагаров и я вместе работаем в парламенте второй созыв. В этом созыве он был членом нашей фракции. Мы работали в одной фракции. Мы очень много времени проводили вместе и за депутатской деятельностью, и вообще, в общем, очень много взглядов наших друг с другом очень совпадали. От лица парламента Карачаево-Черкесской республики хотел бы выразить соболезнования близким родственникам и близким Хасана Сулпагарова. Это очень большая потеря и для парламента республики, и для жителей Карачаево-Черкесской республики. Для меня лично это невосполнимая потеря, конечно. Жизнерадостный, активный и щедрый человек, прекрасный семьянин, патриот, надежный друг и товарищ. Он запомнился всем своей неуемной энергичностью и умением жить. Мурат Джанкезов, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.